Причины сонной болезни жителей села Калачи Акмолинской области не установлены. Так ответила министр здравоохранения на вопрос журналистов сегодня на брифинге службы центральной коммуникации. С марта прошлого года в селах Калачи и Красногорске Есильского района зарегистрированы 33 факта энцефалопатии – поражения головного мозга. В этом месяце специалисты выезжали на место, проводили исследования, брали пробы воздуха, воды, пищи и снега, замеряли радиологический фон. Все показатели оказались в норме. Для того, чтобы установить причины заболевания еще раз повторно, туда взяты исследования, как мы говорим, биожидкости, это слюна, моча, и взяты пробы ногти, волосы. Это есть такая методика, и эти все исследования проводятся на базе научно-практического центра санэпидэкспертизы и мониторинга города Алматы. А радиологическая обстановка в норме, да? Норм. Несколько дней назад мы уже рассказывали вам о странном недуге. Болезнь неясного происхождения пришла в село в прошлом году. За это время зафиксированы 4 вспышки. У всех заболевших одинаковые симптомы – сонливость, частичная потеря памяти, слабость и галлюцинации. 5 из них заболели повторно, но уже в более агрессивной форме. Как отмечали тогда медики и сельчане, сонная болезнь приходит в момент потепления, и люди грешат на лаборатории урановых шахт.